Я, короче, сначала думал, что он ободранный. А его, оказывается, вот эту всю шерсть, наверное, все вот эти жуки покусали, поели, поели, и она отвалилась, вся шерсть. Правильно? Дело. На солнце с апреля все было обмылано. Но. Вот видите. Вот так вот и портится дичь. Поэтому нужно стараться добирать, искать подранков, блин. Ладно, друзья, всем пока. Поддержим. Греби, греби быстрее, у тебя же весло большое, ёптать.
Не, это не он. Он дальше не мог уйти. Не, это сильно далеко. Да. Все, друзья, вот вчера гаечки прыгают, стояли на солнце, ну, небольшие, грамм 300-500, короче, получается у нас вторую ночь переночевали, вчера в палатку залез, камеру сменил, думал, короче, ошибся, не ту камеру, эту батарейку поставил. Она разряжена была полностью. Но мы уже в палатке комаров потравили, не стал отчет вам снимать. Сегодня уже ветерок с утра дует. Такая вот старичка. Нашли старичку такую. Поели кашки, короче, десятники. Вчера кашку гречневую заваривали в банках. Хлебушек, чай еще не пили. Но по планам это все нормально. Сегодня еще ночь ночевать. Вот. Кедрушка стоит. Вот. Шишек на ней много. Очень много. Мешка полтора будет. Вот вторая кедерка стоит тоже вот. На ней тоже очень много шишки. Вон там тоже кедра стоит. Вон там.
Все, друзья, у меня вот промазала щука. Небольшая. Полкилошница, наверное. Вот тут вот прямо. Здесь вот промазала. Сейчас покидаю. С третьего раза она у меня джукнула. Говоришь, нету, все она тут есть, ее просто кидать надо нахуй. Мы вообще не кидаем нихуя. Ты разве кидаешь, блядь? 5 раз кинул и все. И уплыл дальше. Надо все пройти уже сразу. Конечно. Конечно, тут прозванивать надо. Тут русло-то глубокое, она может смели нахуй вглубь уйти. Промазала и в глубину зашла. Зацеп за траву. Блять, еще и на куст нахуй. Сейчас вот так попробую. Как на водилку. Сейчас вот так и по кругу прозвоним. Вода мутноватая еще. Ладно, друзья, вот ни за что не догадаетесь, что вот это вот за палочка. Ага, молодцы, правильно, это ложечка. Размешать сахар. Вот, сейчас размешаем сахар. Короче, решили с берега сойти. Сплавляться будем сейчас, пробовать щуку ловить. И это, как сказать-то, и чаек попить, чтобы комары не мучили нас. Комары на берегу есть, мы мокрые, распотелись, так это, надоедает, прям в лицо лезут козлы вонючие. До цивилизации нам примерно 60 километров. Уже, ну, получается, 2 ночи переночевали, сейчас вот 2-й день плывем. О, сладенько стало. Ладно, давайте дальше. Обрили?
там на бугру избушка. Нет, другая. Она на той стороне. Вон на том бугру вот она. Давай. А мы сидели с тобой, подходили где-то примерно сейчас, вон там где. Но.
здесь за горку маленько дальше. Там может она вон сейчас, видишь, плёс такой. Не, вон там вот. Плёс такой, может там сейчас что-то мы и не пройдем возле березы. Мы там по берегу обходили. Мало? Ну в том году мы здесь не могли пройти. Прикинь, мы вот здесь обходили, я вот здесь на берег вылазил. Смотри, что там, я землянику хавал вон там. И короче, проплыли. Что, друзья, видите, какая высотень здесь? Классная высота. Короче, вот. Изба вот такая. Тут прям спуск такой, офигеть, мощный. Наимощнейший спуск. Вот. Такая вот таёшка. Видите, что вот такая вот. Прикольная. Быт. Гвоздики, литовочка валяется. Вот все вот как. На арты, походу. Да. Здесь вот капкан на Соболя ставили. Видать, что это. Херак, такая херня. Палка. Вот. Как-то так, друзья. Но тропы не видно, где здесь подход. Как здесь люди подходят к ней. Не понять. Но место вообще шикарное. Вообще шикарное. Прям вот берег такой. Обалдеть. Людям повезло с таким местом. Охотничью избу поставить. Вообще классно. Классно, классно, классно. Еще раз классно. Да. Просто шикардос. Такие вот прикольные места. Ну что, друзья, теперь от этой избушки проводим экстремальный спуск. Здесь вообще капец как спускаться. Где? Вот здесь вот, наверное. Вот, да, вот здесь. Спуск такой. В клетке. Давайте засекаем, сколько времени спускаемся. Шикардов такой. Такая горинка. Классная. Такая вот. Шикарно спускаемся. Идем, короче, пятками продавливаем, дырки делаем и спускаемся. Угу. Прикольно. Здесь вот такие заросли. Короче, хвощ вообще. Вот такой вот хвощ. Ну все, что спустились нахуй. Пусть. Сейчас здесь идем, пробираемся через вот такие вот кусты, блядь, поломанные. Идем, что-нибудь старый кормить. Давай. Смородина красная, но она еще зеленая. Вот. Ладно, все. Изба там вообще охуенная. Так это она сама. А эти здесь где-то сейчас вынырнут. Это она сама. Видишь, к нам летит. Вот, лишь было погонять. Ну-ну.
Давай, короче, попробуем. Ну и что, блин? Что ты лося догонишь? Да кого, ну кого Буран-то брал? Ну его был, на. Он покупал, что ли? Ну, был уже у него. У был. Него красный был? Наверное, хуй. Вот он бомжа привез, нахуй, блядь. А его нахуя-то привез, нахуй. Буран чистить будет, нахуй. Mm-hmm. Приедем, будет, блядь, не так, чтоб не намерзало на гусян. Ёпта, мать, его ж, блядь, кормить надо, нахуй, ёпта. Он целый день сидит, приходим, нахуй, он даже печку, блядь, не протопит. Нахуй, ты нахуя ты его привез, нахуй? Но. Плаще приехал, и, блядь, ты в туфлях, нахуй, ёбаный в рот, нахуй. В тайгу? Ну, а назад выезжать, блядь, за 30 градусов мороз, ёбаный в рот, нахуй. Он его где взял? В Омске? Старина. А? Ёбаный в рот, блядь. До Князевки доехали, блядь. Я смотрю, сзади УАЗик едет. Ну, а он прицепит. Вот у меня-то нихуя, у меня шуба, блядь. Пижоники, валенки, нахуй. Мне это похуй. А он в плаще, нахуй, блядь. Ёбаный в рот. Так а чем он думал-то его брал? А ему похуй, а мне вот похуй. Я могу тут его оставить, нахуй. Ну пиздец, ну бомж, ну сам на бомж, нахуй. Ну, да, блядь, так меня тут не дождя, Бобик идет, я говорю, пизду, нахуй, я уже замерз, нахуй, в шубе, нахуй. Остановил я, блядь, до Данцифера доехал, блядь. Они сзади там где-то остались, через час подъезжают, нахуй. Пиздец, коленки обморозил, еще что-то, ну, я больше его не видел. Бомжа? Ну, да. А вот чай пьет, сахар жрет, блять, это все, блять, это масло мазит, а на хули ему, блять, хули он где его брал, где ел, наверное, может, где что-нибудь, ему похуй, нахуй. Я говорю, ну как, че, блять, эту не топил, нахуй. Он мне говорит, не холодно, нахуй, блять, я говорю, нихуя не холодно, блять, он мокрый, сушиться же надо. А как его звали? Ну, тут раньше я на КамАЗе. Не Лёха? На КамАЗе работал, нахуй. Там где-то на Прист. В Пристани он его привез. Mm-hmm. Там же недалеко, где он и жил. No. На Пристани. На КамАЗе, говорит, работал. Ну, он и на танкетке, блядь, ехал. Бомж? Ну, mm-hmm. Он с техникой знаком, да. Ну, а у него там это, блядь, плитка такая, блядь, газовая, нахуй, нагревается, наверное. Все конкетки сделаны, пока печечка. Я лежу, блядь, хорошо проснулся, блядь, чем-то было. О, сука, уснул, блядь, ноги поставил, а у него, блядь, подошва загорелась, нахуй, этого бомжа, нахуй. Если бы я не проснул, пиздец, сгорел бы, нахуй. Ёбаный в рот, я, блядь, кулаком чуть-чуть, нахуй, блядь. Так он прям на плитку поставил ноги? Ну! И заснул, нахуй, ёпта. Ага. На электро или газовую? Газовая, наверное, нахуй. Ну, красная, блядь. Газовая, нахуй. Такая, как сетчатая, нахуй. Но. Я это заскакивает, его за сыворот, блядь, выкинул. Юрик? Ну, выкинул. Ну, говорю, пиздец, ещё маленький пиздец. Но. Ну нахуя. Кто, друзья, знает, чьи это следы? Вообще не знаю, чьи это следы. Сейчас покажу Диавасе, может он знает. Как и обещали синоптики. Дождь. На третий день. Вот еще, друзья, один бобришка лежит. Вот он здоровый, блядь. Кверху пузом.
Кверх пузом лежит, блядь. Здоровенный бобер. Ноги уже кто-то отгрыз, прикинь. Сука, второй бобер уже, нахуй. Кто-то испортил, блядь, бобров. Стреляет, сука, нахуй. Ну и вороны, мы бы его не заметили. Вороны, нахуй, сидели, короче, клевали его, орали. Издалека услышали, решили проверить, что там за хрень. Вот поплыли, смотрим, бобер лежит уже второй. За два дня увидели. Дождик сколько, минут и две был, да? Сплюнь, нахуй, как разойдется, так надоест. Ага. Не, я имею в виду, что это. Чуть-чуть побрызгал, и нормально. Вода будет потихоньку по 5 прибывать. Как зарядит, может, на 2 недели на. Дождь? Че, друзья, смотрите. Туда пошел. Вот. Косолапы. Ну здесь, блядь, больше лапа, нахуй, чем это. Чем была-то. Прикинь? Чем мы там смотрели, как он муравейник копал. Только муравейник маленький этот. Здесь прям хорошие следы. И туда выше он пошел прыгать. Вон туда, в траву пошел. Вот на таком вот фоне. Снимаем видосик. Как-то так, хули. Уже время почти 9 часов вечера. Короче, третью ночь ночевать будем. Сейчас пойдем дальше, ниже. Ладно, всем пока. Ну что, друзья, всем привет. Вот третья ночь прошла. Четвертый день, короче, пошел. Сегодня переночевали в избушке. Сейчас буду, короче, связь ловить. Жене звонить. Вот. Ну что, дождя не было, я сейчас вот вышел. На реке он появился. Дождь. Видно, может, нет. Видно. Вот. Сейчас будем здесь греть чай. Пить. Ждать, когда маленечко успокоится дождик. И пофигачим, короче, вниз. По речке. Будем пробовать кидать спиннинг. Уже в третий раз в том месте, где у меня щука бралась, вы видели все. Давайте ставьте лайки. Пишите комментарии, колокольчики, подписывайтесь. А вот кедра стоит прямо вот. И вот на ней шишки вот видно. Вот, смотрите. Шишечки видно на ней. Кедровые шишки. Уже варить можно вовсю. Вот. Ладно, все. Они суши будут. Это у нас кедровые веточки. Нижние. Да нет, нет, подожди. Посюда. Не сыроватый, посмотри. Эти-то он видал вообще без коры. Как порох нахуй загорятся. На каких-нибудь квадротракторах, которые летают, прилетят и выпилят нахуй все. Друзья, четвертый день начался. Сейчас, короче, будем убывать с этой избушки. Офигенно. Все оставили так, как тут было. Только чайник брали, заваривали чаек. Вот. Такие вот офигенные дни отдыха у нас получается. Ну вот, как-то так.
подписываемся на канал, ставим лайки. Короче, осталась одна батарейка полная и три батареечки по одной палочке. Все, давайте, всем пока, отключаюсь. И 6 гигов памяти. Все. Тихо, подожди, тихо, блядь, не толкай на меня. Да нахуя ты так резко-то все делаешь? Давай. Еще давай. Давай. Еще. Давай. Блядь, двумя руками надо, ты одной. Еще давай. Еще. Че там? Тихо. Залазь. Тихо. Ну нахуя ты гремишь-то так? Говорю же, тихо. Он тут где-нибудь стоит, нахуй ты гремишь. Блядь, темная вода, блядь, все равно темная. Красная какая-то она. Все время такая, здесь там шишина. Тихо. Не шуми. Может, уже и ушла отсюда. А может, и стоит, хуй ее знает. Но он там что-то ушло. Замучено. Мутно. Здесь, может быть, возле травы. Маленькая. Да, маленькая эта хуйня. Вот тоже была. Вон еще одна ушла. Здесь где-то она должна быть. Тихо, не ложкайся. Лишнее движение это, блядь. Тем более в лодке, блядь. Шорох, нахуй, это все хуйня пугает. Сейчас вот сюда кину. Она где-то здесь вдоль берега, сука, стоит. Такой крокодил, он просто так вот здесь вчера зацеп ебаный. Сука. Хорошо, мало, блядь, этих
заторов. Ну, а там нам два или сколько? Три всего было. Два. Ну, их вот нахуй распилить. И без всяких проблем можно угонять. Метра, смотри сколько. Глубина какая. Охуенно. Смотри, вот опуская. Метра 4. Ну смотри, вот, вот отсюда. Когда не больно. Раз, два, три. Ну у меня вот эта хуйня больше метра. 4 метра. Да. Лишь. Ты прикинь, что здесь может какой крокодил стоять? Конечно. На таком, ребята, маленьком омуточке. Сейчас я вон в тот заводь. Я никогда не падаю духом. Тем более охота, рыбалка это непредсказуемо нахуй. Она может нет-нет, да повезет. Такое бывает. Ну блин, здесь глубоко, вот здесь только нахуй уже почти 3 метра глубина. Достать не могу дна. На отвес херачу. На водилочку бы живого чебачка. Вот другое бы дело было. Привычную ему пищу. Местную. А не разнообразную вот такую херню. Или гальянчика бы сейчас. Хрен его знает, что и надо. Вот набор блёсен и берут, потом хуяк, раз. На это не берет, хоть раз попало, пиздец. Но я вот думаю, вот за тем хламом или перед хламом должна быть. Як берется нахуй, а на это нихуя, блядь. Она вот здесь, может, вся в реку зашла. Речка-то видал, какая широкая. Поди в реке стоит нафиг. Сейчас вот сюда бабахну. Вот так потяну.
травяной зацепчик. Сейчас он туда в частину бахнул.